Больно. Дорогие участники соревнований, действительно сегодня, наверное, для истории ульяновского спорта большое событие. У нас новый вид спорта и новые соревнования. Первые соревнования чемпионат области по голдовому плаванию. Я хотел, вот думаю, ехал сейчас, думаю, что вам пожелать здоровья. Наверное, оно у вас есть. Я хочу вам пожелать вот этого оптимизма, активной физического долголетия, творческих успехов. Наверное, Владимир Владимирович, университет является зачинанием многих хороших дел в области физкультуры. Это тоже, наверное, здорово. Желаю вам только счастья и успехов. В добрый путь, холдовое плавание. Ура! Слово предоставляется главному судье соревнований, председателю Федерации холдового плавания Вальцеву Владимиру Владимировичу. Уважаемые участники, ну я бы прежде всего хотел поздравить вас с началом нашего первого чемпионата. Вот, и хотел сказать два слова, что есть два рода деятельности человеческой, где нужно абсолютное здоровье, это космонавтика и холдовое плавание. Здесь абсолютно здоровые люди. Если у кого-то есть какие-то проблемы, то они уходят. Значит, теперь то, что касается соревнований. Соревнования пройдут у нас среди мужчин и среди женщин. Среди женщин у нас дистанция 25 метров, среди мужчин 50 метров. Старт, значит, заходим в лесенку, по пояс, старт. Фиксируется время касания дальней стенки и ближней стенки. То есть 4 раза 50 метров, 2 раза проплываем туда-сюда, 25 метров. Время, старт, стартуем через 10 минут, значит, по списку, после парада. Желаю успехов, побеждает всегда сильнейший. Итак, разрешите доложить вам, у нас всего участвует сегодня 21 человек, из них женщины от 35 до 54 человека, свыше 50 и далее участвуют две женщины. Мы их, конечно, отдельно поприветствуем и пофамильно всех объявим. У мужчин до 50 6 человек, свыше 50 5 участников и свыше 60 4 человека. Я думаю, это надо поаплодировать. Ну и все, мы будем фиксировать время ваше, записывайте, и каждого будем объявлять, участников будем объявлять его время. Ну и, наверное, всего хорошего. Внимание, командующим парадом вести парад. Все, пошли. Секундомеры на ноль. Секундомеры готовы на ноль. Поприветствуем прекрасно первую участник первого открытого чемпионата Ульяновской области по выживанию. Сабина Юсупова, поприветствуем красавицу, возраст. Не надо, вы что, 18. 18 лет. Все дамы прекрасного возраста. Все, поприветствуем, мои дорогие, чемпионку в будущем. Видите, выбрали самый простой способ. Голову нельзя пускать. Вот она сейчас касается и плывет обратно. Результат прекрасный. Мы подкричали, Сабина. На старте, дебютируем на столе. 18.
15 лет, красавец, у нее дочка прекрасно плавает, тренированная. Будущий чемпион. Видите, уважаемые, никаких толчков ничего, заходим до пояса. Поплыли! Были проблемы с подбором Цели пропаганды это здоровье. Скажи, что на Волгу переплыла. А на Волгу, кстати, переплывала. Летом. Не зимой. Вот так вот. Давай, еще немного. Нам нужно будет самый опыт. Сейчас я сюда не приглашаю. Владиван, все подойдет сюда, сам подойдет. Сейчас тоже плавал. Владимир Иванович, вот еще Не важно. Сам главное, вступай. Сборник пошли. Да, загорелыми парнями. Загорелые парни. Загорелый один только Скалов. Здесь присутствуют остальные белые. Кстати, мы на прошлом году тоже принимали участие. Поболеем. Скажи, 20 лет только. Павел выполняет закон.
так что, мы если не тонешь, да если не ходишь, как там. Купаемся тоже. А сейчас мы все. Владимир Владимирович, Сейчас.
так, даже для... Леша, приз какой? Да. За 30. По фосфору? Да. Денис! Яшин Денис, 50 метров. Прости, слушай. Нет, я животных как-то... Ну что, мне кажется, тут 54. Ну это навеки. Навеки, я попасть. Да нет, просто навеки. Он уже работает. Занимается маржеванием почти 20 лишним лет. Своему 26. До связи! Ну давай! Дорогая моя зрительница, мы попросим потом Федора нырнуть вот с этой вот скамеечки. Вот он выполняет ныряние. Молодцы, видите, прекрасно. Хорошо, привет, молодец. По правилам мы договорились желательно, чтобы плаву не опускать. Потому что вид все-таки опасный, тем более первый чемпионат выставленного. Главное не Электросауна? Чисто. Они там отшлифовали. Я вечером бегу. Иногда вот, темно. На ноль. Самый главный бережок мужской богатство. Оно должно быть. Так, команда ветеранов пошли. Давай, давай, давай!
Самый главный, мой дорогий, когда начинаешь удаляться, если почувствуешь, или бояться, лучше не надо. А потом все это делается. Ну, повеселее, дорогой ветеран. Вот так вот. Молодец! С Божьей помощью! На старт! Дальше Чердаклов участвует! Пошел! Ура! Ура! Вот и Чердаклы! Молодцы! Молодцы! Вот Чердаклы, босики! Чердаклы! 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 Самый молодый, за 60 идет, участник. Два раза в воздух пришивал, или даже три. Вот они давай! Вон из стилем закрутил. 50 метров. Посмотрите, как ребята молодец. Вот они. Вот мои дорогие, почему мы вводим возраст, почему мы нам желательно мы стали проводить брата, чтобы все-таки опасно, по краям лёд. Возьми, 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 возьми,
красиво, бодро. Весело, похоже на первый сезон. Пожалуйста, желающие подсоединиться, ждем всех. Да. А ты его на руке? Желательно. Да. Катаюсь. Смотри на Юру. Не на сей. Ма, он его что-то здесь раздевает. Иди, значит, нет. Назаров Сергей, пожалуйста, мостовая самая спортивная район. Здесь на скорость? Да, на скорость. На скорость. На скорость. Помнишь ли? Попробую. 25. Да. Чем 25? Куда я обратно? Пошли. Вот он. Не перевелись по бутыли. В России. В Руси. На Руси. А вот, пожалуйста, подъехал на лыжи прекрасный мужчина. Ему зовут. Лыжи, чемпион. Ну, ветеран. Он тянет ноги в пробег. Видите, пожалуйста. Кстати, у нас по прорыве в Волгу набирает кстати, выходит на заплыв наш главный, прекрасный, заслуженный президент Владимир Владимирович Вальцев в Волгу. Кстати, его заслугам мы здесь находимся, организовали прекрасный прорыв, выступаем, живем, лечимся. И все, 25. Так, на поприветствуем Владимира Владимировича! Давай, Володя! Кстати, тоже Владимир Владимирович, поэтому у нас такая преемственность. Давай, 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 быстрее! Посмотрите, все, рекорд есть! Тренируйтесь, ребята. Президент всегда показывает пример. До него мы и равняемся. Так, Владимир Владимирович показал лучшее время на 25 метров. 16.05. Вот так вот. На 45 метров. Всех опередить. Так, уважаемые участники, потихоньку готовимся. Кто еще не заплыл, кстати, несколько человек изъявили желание впервые попробовать. Чур, ну хоть в одежду пиши. Вот так вот. Давай ручку. Да нет, я так, я начинающий. Для тебя. Можно было замерить. Не знаю, что. Давай завтра. Я за что? Касания нет! Давай еще раз повторим! 2 секунды он стоял. Вода ведь плюсовая. Как смотрите, как разогрели. Вы пришли, льду было много. Только почистим и сразу замерзаете. Сколько народ? Сколько народ? Считай, как учительницы. Уважаемые участники, стой, все. Сейчас Кузьменко выйдет. Так что не стесняйтесь. На новый день, даже после соревнований, так пришли, сколько вместе. Вернул, пусть задел гибель. Миша, плечим! Идет один из руководителей Кузьменко, Владимир Иванович. Плечим, идет. Союз, союз. Ура! Один из старых моржей, руководитель. Давайте в воду. Правил я всех, блат у нас никакого нет. Дай жару, Володя! Вот он, смотри! Давай, 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 давай! Готов! Ой, там и там и показывается, глядя на Владимира Ивановича. О, давай, Ленка, давай! Володя, давай! Вот, пожалуйста, попросите внимание.
как наши руководители дают пример нашим обыденным этим. Друзья, вот он, красавец. Ходить не хочется. Давай еще 25. Вадим Остриков. Молодой, прекрасный. 25 метров. Кстати, наш несменный. Конечный завод, давай! Подключайтесь, мои дорогие, кто заработал? Товарищ, молодцы! Я на лыжах. На лыжах, стыкни по пути. Вадим, давай, Вадим, Вадим, давай, давай, давай! Не придет сам, чтоб помочь, если что. Чтоб не мучить. Виктор, команде. Всем добра, здоровья. Видите, как он, такой унифон, он волосатый. Чего? О, не могу, вот и прекрасный зам. А мужчины где? А мужчины первый раз. Вот, пожалуйста, смотрите, групповой заплыв. Вот они, не спеша, закаленные красавцы. Красиво плывут, мои дорогие. Вот они, красавцы. И заметьте, мои дорогие зрители, участники, прекрасные дамы, они не мерзнут, как красиво все. Мужчины быстрее, ближе. Они потихоньку уверены. Чемпионки, они в Африке чемпионки. Вот так вот. Молодцы, тихоньку не спеша. А теперь можно и позагорать. Вот особенности холодового плавания и закалывания троицы системы. Главное не переусердствовать. Ничего. Так, я тебе положу, страховать тебя могу. Не бойся, я говорю, вперед и вверх. Вдох сделай, не торопись. Вот они, обратите внимание. Давай. Опа! Посмотрите! Рекорд под водой. Я напомню, что соревнования проходили у нас в четырех возрастных группах среди мужчин и среди женщин. Соревновались на дистанции 25-50 метров. Поэтому по итогам ушли победители. За первое место награждается Юсупова Сабина, чемпионат Челябинской области по круговому плаванию. Награждается Валерия Венера. За первое место результат 25 метров. Снежкина Лариса за первое место. Статус 25 метров. Граждается Пестерева Лидия. Пестерева. Граждается Зеленова Тамара. Граждается Назаров Евгений. На дистанции 25 метров. Пришел и победим сразу. Да, спокойно, уверен. Подготовлен Илья. Время есть ли? Самый молодой участник. Зимин Павел. Павел.
Гражданин. Самый-самый. Кузьменко Владимир Иванович, самый активный пастырь нашего центра клуба. Мозговой центр. И разрешите, все-таки всегда стоят люди, которые сделали вот то, чтобы все приходили сюда, купались, плавали. Это Кузьминцев Владимир Иванович и Вальца Владимир Владимирович. Вам спасибо. Да. Дорогие участники, всем. Ну и уважаемые участники, все получают памятные медали. Мы для всех сделали медали. Вот, медали, чтобы вы запомнили, чтобы она на виду месте освисела. Чемпионат по солдовому плаванию. Следующий конкурс будет. Наши участницы выступают в конкурсе «Мисс Симбирск». Они все готовы к этому конкурсу. Владимир Иванович, иди сюда. Кому? Вадим, иди сюда. Награда нашего героя. Давай вас медалями сниму. А сейчас будет общая фото. Вот так вот, уважаемые участники, заканчивается первый чемпионат Ульяновской области по выживанию, посвященный Международному женскому дню. Всех поздравляем, желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни. Пожалуйста, подписывайтесь, закаляйтесь, занимайтесь спортом, приходите к нам на прорубь. Так, куда же фото? Вот так поставь, так медаль поставь. И загорай. Вечером смотрите Ульяновский телевизор. Давайте все. Дорогие лыжники, тоже к нам подсоединяйтесь. Закаляйтесь только самое главное, не перевертывайте. Всем добра, здоровья, долгих лет жизни. Ура! 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 Давайте, все. Все. Спасибо. Все, все, молодцы. А теперь кто на заплыв, кто победит? Дискотека. Дискотека.